Привет, пупсики. Очень разочарован. Очень. Пришлось переделывать стеллаж. Я даже не знаю, а клубника сможет ли восстановиться или нет. А все из-за того, что получилось вот такой вот насосик, только чуть-чуть побольше. Этот поднимает. Он поднимает максимум 1.5 метра, а в той бочке максимум 2 метра. Такой же самый насосик, только чуть большего размера. И получилось так, что мы не учли высоту нашего предыдущего стеллажа, и у нас получился высота стеллажа 2.20, и насосик не смог выдавить воду на такую высоту. Мы это ставили на сутки. В общем, гибель у нас, гибель. Вообще не знаю, сможет, не сможет восстановиться клубника, но первая потеря есть. Ну ничего. В общем, все переделали. Все сделали заново. Сейчас все подключим, проверим. И надеяться, что все будет у нас окей. У нас будет и так все окей. Все, пупсики. Короче, я пошел делать дела. Все. Ставим лайки, поехали. Ждем новых видосиков.